Очередное дело кровавого риэлтора и его подельников привезли в Калининский районный суд. Прокуратура накануне утвердила обвинительное заключение. Ника Магомед Кайранаев, который уже отбывает пожизненный срок, а также двое его соучастников обвиняются в убийстве трех человек из-за квартир. Преступление удалось раскрыть после того, как Кайранаев, находясь в колонии «Черный дельфин», решил рассказать о неизвестных сыщикам злодеяниях, которые вместе с подельниками совершил в середине 2000-х годов. Один из обвиняемых – штатный киллер группировки Дмитрий Блохин. Не так давно вышел на свободу, но теперь вернулся за решетку. Следствие считает его причастным к двум из трех раскрытых убийств. В свое время Блохин избежал пожизненного срока благодаря тому, что активно изобличал Кайранаева. Мама сказала, что надо убить женщину, которая является владельцей квартиры, чтобы завладеть ее имуществом, за это он заплатит деньги.